хорошо. Нет, ну опять убили. Саша. Саша. Кто? Ты визитки заказывал? Твои? Мои. Конечно, я же друг. Я же тебя как друга попросил, ну-ка, да? Ну-ка, я... Кто тебе? Да, чтобы на них было написано Бурым Андрей Григорьевич, ну, да? Ну-ка, конечно. Что ты написал здесь, а? Кто? Что здесь написано? Прочитай, пожалуйста. Ну, Бурым Андрей Григорьевич. Ну, как я им продиктовал, так они и напечатали. Ты нормальный вообще, Сань? Кто? Ты нормальный? Ты друг мне или кто ты такой? Ну, что ты наделал? Вот скажи мне, что это такое? Что? Я же тебя один раз попросил нормальное дело сделать. Ну, да я сделал. Тут телефон неправильно указан. Как неправильно? Здесь твой телефон, Саша. Не можешь... А где же тогда твой телефон? Я исправлю, Андрей. Андрей, кактус, телефон не поместится. Андрей, не надо! Здорово! Здорово! Слышишь, ты где был вообще? Я где был? Сам ты где был? И друзья твои где были? Понял? Да я не про это, слышишь, короче. Я в смысле, где ты был? Я тебе целый день звонил вообще. Извини, братан. Я не слышал, я просто входную дверь на вибро поставил. Слышишь, короче, я устроился на работу, понял, да? Куда? На хлебобулочный завод. Ну, теперь баранки гну. И булки. И булки. Смешное слово. Смешное слово. Тю, а шо? Тут таке. Ти скучнувато трохи. Трошки скучнувато. Ну та не трохи, конкретно скучнувато. Таке. Ну так. То може щось вип'єм? То що ми вип'єм? Ну що, що, що? Щось нужне? Ой, Нестор, щоб випити щось нужне, треба для початку продати щось ненужне. А ми вже все і так продали. Ну що продали? Три матеріали продали, інструменти продали, скатерку цю нещасну і ту продали. Ну таке. Ну таке. То що, будемо сидіти як два дурня перед телевізором? Телевизор! Снимайте. Ну то что? Что там было? Добрый вечер. Добрый вечер. Как все маете? Нормально. В эфире останні ужгородські новини. Давайте. Вчера в Ужгороді згоріла свиноферма. Та ви що? То так і є. То що, вся згоріла? То конечно. Ну то що, може, за свиней? То не чокаюсь. Ну туди. А зараз для мого любимого кумчика Любчика влучить цей музичний подарунок. Ти нормально, давай. Шикирики дам-дам, гей, гей, гей. То чого я гей? Ти нормально. Ну таке говорите, куме. Слухай, наливайте, що ви багато говорите. То бить пийте. В ефірі ранкові. Юля, а он вообще как сегодня? Он злой, очень злой. Да, Вадим Ростиславович? Подходите, пожалуйста. Это вам. И вот это тоже. Следующий. Вот так.
И вот так. Спасибо. Ну, и вам. Вот это. И вот это. А на меня его никогда не хватает. Тю, а шо? Ты чего? Жора, я тебе говорил быть на площадке. Ты должен говорить сейчас. А тебе что, ты ждешь? Его не будет. Это кино. Это называется постпродакшн. Взорвался. Звуки на компьютере подкладывай. Ага. А вот мы сейчас изменим ситуацию. Хорошо. Здравствуйте, можно вам два вопроса всего задать? Да? Два вопроса. Мы поспорили, кого в Киеве больше, местных или приезжих, как вы думаете? У меня впечатление, что приезжих. Приезжих больше. А вы откуда? Я из Киева. Киевлянка. А как можно отличить приезжего от киевлянина? По глазам. Шучу. Ну, наверное, ну, у них вот такие большие глаза у всех. Они ходят и смотрят, ого, Киев. Mm-hmm. Вот именно так, да? Ну, Киев изменился, да, очень. Ну, я стараюсь редко бывать в центре. Ну, вот была, в принципе, на митинге, поэтому. То есть вы за сколько лет пришли первый раз в центр? Нет, ну, когда проезжаете, у меня есть свои обходные пути по Лимкам. Верхний выход, это на Заньковецкой, вот так вот. Я не хожу на Крещатике вообще давно, к сожалению, поэтому. Хорошо, вы можете нам строчку «Як тебе не любити, Києв, мій» спеть? Як тебе не любити, Київ мій. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Вы нам очень спасибо. Помогли. 6-5. Да, здравствует, 6-5. Угу. Хорошо. Да, мама, и закрывайте двери. Да, вокруг очень криминальная обстановка. Угу. Да, пока, на выходных буду. Тем-тем. О, боже, это ограбление? Нет, нет, что вы. Подскажите, пожалуйста, у вас что-то есть от прыщей на лице? А то у меня выпускной скоро. Я прошу прощения, а вот эту вы где взяли? А эту у вас в ликероводочном лежала. Мне как раз такого дома не хватает. До свидания. В следующий раз без продуктов не уезжайте. Слышь, ковбой, а давай постреляемся. У тебя сзади сигареты есть? Нормально вообще бухло. И скажи мне, ковбой, кто эта мадама? И почему она меня целует в голову? Вы бы лучше в колбасный зашли и по запчастям взяли. Все, что надо. Я целым люблю. А я тоже целые люблю. А ты какая-то разорванная сегодня. Еще и целую. Это программа «Большой резиновый Киев». Тебе надоели соседи? Они постоянно громко включают музыку и шумят перфоратором. Они просто не знают, что есть большой город. Если ты хочешь, чтобы они переехали в Киев, высылай смс с текстом «Понаехали» на номер 044. Донецк, номер 062. И Одесса на номер 048. Это служба «Большой резиновый Киев» работает для вас. Поехали! Понаехала оттуда, понаехала сюда.